пошел мы с тобой дальше. Везде неравномерный, смотрите, в одном месте родители поступают, в другом просто гладкая поверхность, свойственная.
преимущество больших машин перед маленькими в том, что их и меньше любят, меньше автомобилей. Обзор лучше. Ну и не загрузкивая ходовое стекло от колес встречного или покрытого автомобиля. Большие автомобили, водители больших автомобилей находятся в более комфортных условиях. Ну вот, выехал. Это мне зло движение. Thank you.
Где-то здесь съезд на М7, на Самиоком. Не знаю, какие мы. М7 или... М5. А, это просто навигатор тащит. Тут много ГИБДДшников, камеры стоят, сейчас какой-то контроль ведется. Сейчас начнет вещать радар. Городу, по-моему, постоянное место газирования.
да. Благодарю, взаимно готов. До маневра 21 километр. Это мы уже идем в сторону Самары. Предупреждаю, так что впереди машинка нас будет стоять. Справа от конструкции тут устроят дать развязку. Год, наверное, даже меньше. Самара есть, у нас есть развязка, машинка работает. Далеко чисто в сторону чего-то, в сторону Симов. Вот хрен тебе, блин. Вот такая карта установлена на навигаторе. Продолжайте движение 17 километров. Карта еще до введения в эксплуатацию этого участка. Она была в объезд. Thank you.
Ну, предупредил, что впереди недалеко стоит гаишник. Но они тут ловят тех, кто на обгон идет. Начинается освещение трассы где-то в этом месте. Такой островок есть. Вот они стоят. Я не знаю, на видео совпадет ли с этим. Но они на скорость ловят противоположную встречную полосу. Догнал меня, который сидел уже в сзади на багажнике. Это двигатель радар детектор на том, что стоят датчики на скорость. Ну, это противоположная полоса движения. Там летают, конечно, ребята. А их там уже, наверное, ждут. А идите сюда. Туда спешим. Еще один. Вчера на перевале пристыдил одного водителя. Ну, молодой парень, видать. Пошел на обгон. Вырубил фуру встречного движения. Уйти на обочину. Объяснил мальчишке, что он рискует своей жизнью. Вроде бы понял. Не знаю. Дай Бог ему сил. Навигатор повел на Казань. Сейчас дорога сменится, конечно. Какой задницы. Если они сделали, конечно.
будет хорошо. Дай Бог.
в кафе, хрен повернешь, блин. Башкортостан. Altan ödemez duyularımı, bir daha karmalarım.
что-нибудь есть еще? Ребята, на стоянке есть магазин запчастей? Покидаем Башкортостан, въезжаем в Татарстан. Бензин в Татарстане подороже. Ни хрена запчастей нету здесь. Почему я вчера не взял? Блин. Отверточки нужны, инструменты, потому что зарядное устройство для ноутбука от прикуривателя сильно нагревается и клавиши там не работает, короче, зарядка ноутбука. Взял второй от прикуривателя. И там, видать, сечение кабеля слишком тонкое, слишком маленькое. Поэтому ноутбук не заряжает. Взял эти наконечники для прикуривателя. Там не паятник, а на гаечках. На гаечках, на болтиках закрутить провода можно. Не паятник закрутить просто. Но для того, чтобы разобрать его, нужны отвертки. Отвертки, блин, почему я вчера не взял, не помню. Не понимаю, короче. Надо было вчера, да, на развале. Кафе, хрен повернешь, блин. Oh,
Башкортостан. Что-нибудь есть еще? Ребята, на стоянке есть магазин запчастей? Покидаем Башкортостан, вещаем Татарстан. Бензин в Татарстане подороже. Ни хрена запчастей нету здесь.
ногами взял. Блин. Отверточки нужны, инструмент. Потому что зарядное устройство для ноутбука от прикуривателя сильно нагревается, и клавиши там не работает, короче, зарядка ноутбука. Взял второй от прикуривателя. И там, видать, сечение кабеля слишком тонкое, слишком маленькое. Поэтому ноутбук не заряжает. Взял эти наконечники для прикуривателя. Там не паятник, а на гаечках. На гаечках, на болтиках закрутить провода можно. Не паятник, а закрутить просто. Но для того, чтобы разобрать его, нужны отвертки. Отвертки, блин, почему я вчера не взял, не помню. Не понимаю, короче. Надо было вчера, да, на развале. Татарстан. Республика Татарстан. Сигналы становятся чаще. Будем смотреть. А, вот на столбе лет. В упор не вижу, где камера. Сильный ветер. Ощущается, как машина растает. Место открытое. Насколько дороги в Татарстане отличаются от дорог в Башкирии, в Башкортостане. Почему такая разница? Если бы мы поехали по указателю на Москву налево, то вернулись бы вот к этой точке, дело в огромную петлю. Поэтому, двигаясь на Туфы, надо ехать на Пушнаренко. Это сократит примерно раза 3 или 4 ваш путь. Вот это вот такая вот разница почему-то в Башкирии. Неужели не могут? Конечно, только путает людей. Отсюда мы проехали километров, наверное, 7-8. А
если бы поехали по указателю на Москву, то, я думаю, километров 50 бы проехали. И вернулись бы опять вот на эту дорогу. Понятно, для чего сделано. Потому что все, кто едет, все, кто двигается от Уфы на Москву, двигайтесь на Кушнаренко. Не на Москву по указателю, а на Кушнаренко. Вообще должен сказать, что в Башкирии своеобразно построено дорожное движение. Чем это связано, не знаю. Не думаю, что специально там заходят водители. Не думаю. Но объяснение этому найти не могу. Организаторы движения хотят разделить потоки и пустить грузовые в объезд. Кушнаренко — это не самый удачный вариант. Это раз, а во-вторых, он был поставить знак, что движение через Кушнаренко для грузового транспорта запрещено. Помню, когда первый раз поехал по этому указателю, что через полчаса движения непонятно, куда еду, зачем еду, то есть тупик какой-то. На мой взгляд, в Башкирии, по сравнению с другими регионами, не самым лучшим способом организовано движение транспорта. Двигаясь от Москвы в сторону Уфы, ориентируйтесь на дорожные знаки и, подъезжая к разделке на Кушнаренко и Москва, двигайтесь через Кушнаренко, потому что, поехав по указателю на Москву, вы сделаете огромную петлю, наверное, километров 70, может быть, может, ошибаюсь, неважно. Но все равно вернетесь в Кушнаренко, туда идет. Куда где-то мы сейчас едем? Зачем так нужно было организовывать движение, я не знаю. Не хотят пускать большой транспорт грузовой, но поставьте знак, грузовое движение запрещено, чтобы не сбивать с толку водителей легковых автомобилей. Я вот обратил внимание, что в Башкирии движение организовано не самым лучшим способом, чем по всей России. Есть регионы, где все продумано, и знаки соответствуют, и на самом деле позаботились о водителе, но только не в Башкирии.
так вот. Дороги в Башкирию не самые лучшие в России. Скорее наоборот. Плюс организация движения тоже желает лучшего. Те, кто едет впервые, могут заплутать здесь. Вот такое полотно дорог в Башкирии. Ремонтировали, вроде бы делали, я не вижу улучшения. На мой взгляд, в Башкирии самые плохие дороги в России, если брать по региону. Плюс никакая организация движения. У Расторгуева странное понятие о России, о Волге до Енисея. Наверное, было бы более правильно хотя бы Оки, и не до Енисея, а до Биры, даже не до Биры, а до реки Уссури. Более-менее полное представление о истории России. Дороги в Башкирию, М7, федерального значения, не избалованы заправочными станциями и местами для отдыха водителей отелями. Одно из цивилизованных мест для отдыха, ночевки, заправки. Посмотрим, через сколько километров будет следующее. Сейчас мы сможем смотреть.
это, в сторону УФ двигаетесь, машинка работает. Только что проехали дорожную или знаковую подставу с левой стороны АЗС, и стрелка движения только прямо. Автомобилисту нужно заправиться, сплошная линия и знак стоит. Нафига это сделать? Что, ситуация с заправками улучшается. Зимой ехал в этой трассе, заправок не было. Я советую заправку, хорошо. Нафига стопор здесь, я не знаю.
Дорога серпантинная. Та-та-та-та-та-та. Бестолково организовано, блядь. Поверните направо.
Я же говорю, бестолково организовано движение. Какие-то города, которые на одной карте не найдешь указатель, а центральное направление, как Казань, Москва, не стоят. Да, где-то я лоханулся капитально, при том сделал петельку километров 30, наверное. Позвонили и сказали, что я отклонился от маршрута. Ну, я ехал по навигатору. Странно вообще. Раз ехал по дорожным указателям, он меня вернул. Дорожные указатели вернули этот клет, что ли, называется, опять туда. И сейчас поехал не по указателю, а по навигатору на Тюрткуле, чтобы петлю не сделать. Ну, в итоге получилось, петлю сделал. Короче, лоханулся. Капитально. Ну, я же говорил уже, организация дорожного движения в Башкирии, Башкортостан. Желаю много лучшего. Видно будет или нет, много многих дорожных несуразиц. Например, несколько таких участков было. Двигаешься, внешняя сплошная, внутренняя прерывистая. То есть разрешает пересечение сплошной. Буквально через 20-30 метров сплошная заканчивается, начинается удлиненная, прерывистая, которую пересекать нельзя. То есть надо завершать маневр на удлиненной, прерывистой. Далее начинается обыкновенная, прерывистая, короткая. Как это понять, как в этом разобраться, я не знаю. Ну, наверное, сотрудники ГИБДД Башкортостана имеют свое представление о дорожном движении.